добрый ночи, православные. Хочу вам рассказать о заводе Меркель. Здесь мы не работаем сейчас, в данный момент. Время израильское, час ночи. Так что хочу рассказать маленько о заводе. Это называется шасси будущего автобуса. Это будет пригородный автобус Volvo. Это как выглядит городской автобус. Вот это городской автобус короткий. Так выглядит городской длинный автобус. Здесь он называется метронит. Это городской автобус. Вот так они выглядят. Это уже пригородный автобус Volvo. Вот он. Цеху одновременно делается 10 автобусов. Вот этот уже натянутый борта. Вот это уже метронит уже тоже сделанный. Уже повисли на пластмассе. На багажник. Тоже борта сделаны в этом. Не натянуты. Дальше пойдет. Электрики делают. Проще. Вот надевают его. Вот это уже городской порт. А, это тяжеловоз. Это называется бронированный автобус. С виду он ничем не выходит от городских, от Volvo. Только что можно понять, когда вот у него, видите, два моста сзади. И внутри он как выглядит, бронированный автобус. Это броня все внизу. Крыша тоже бронированная. Тяжелее всего это делать эти бронированные автобусы. Ходят они в секторе газа. Примыкают их в секторе газа. Вот так выглядит впереди пригородный автобус. Так выглядит сейчас скелет будущего автобуса городского. Это уже приварено, там тоже приварено, вот видите. Это приходят через море такие нам скелеты. Вот это здесь он разрезается пополам, разрезается. И получается вот такой автобус. Вот такой вот. Вот он. Вот.
Это автобус валит сейчас. В районе аварии. Вот он. Так выглядит. Без крыши, без всего. Это бронированный автобус. По бокам броня. 10 миллиметров. Вот видите, он, пока он не обшит, ничего еще варится такой. Вот он. Без крыши. Стойки одни. Потом повесит броню на нее. Крышу бронированную. Так постепенно обошьется. Здесь на этом заводе я работаю механиком. А вот видите, на дворе стоит автобус, уже готовый. Это скелет стоит еще, стоит делать длинного автобуса гармошкой. Вот так, господа православные, я провел вам экскурсию. На заводе «Меркавим», в котором работаю уже в течение года. Зарплата у меня такая средненькая, 2200 долларов. 2200 долларов. Небольшая, но средняя зарплата. Пока на хлеб с маслом хватает. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Целую, Сергей Анатольевич.